Итак, друзья, привет! Без долгих предисловий начинаем наше видео. Сейчас мы будем делать очень важную вещь – вырезать лючок для доступа к бензобаку на Ford Explorer. Потому что, если вы знаете этот автомобиль, вы знаете, что для того, чтобы добраться до бензонасоса, нужно снять бак полностью. А снять бак – это довольно-таки трудоемкая процедура, либо дорогостоящая процедура, если вы делаете на сервисе. Поэтому мы вырежем лючок для бензонасоса и будем впоследствии, если возникнет необходимость, менять бензонасос легко и просто. Вначале нам нужно будет снять сиденье, которое вот короткое заднее левое сиденье. Вы знаете, друзья, вот я думал, что сиденье снять простая задача, оказывается, непростая. Мало того, я вон там между сиденьями вижу, мне кажется, боевой патрон карабина или винтовки и монетку 5-рублевую. Вот это находочка. .762 калибр, похоже, с полым наконечником. Охренеть, уголовная статья или как? Вот это сюрприз. Оказывается, сиденье снимать не нужно, можно только открутить нижний, вон там гаечки на 15, и сиденье вот так вот откидывается. Просто, значит, палочку подставляем, ну и обнаруживаем там всякую фигню. Какую-то резиновую штучку. Здесь обнаружил записку. Фильтр для воды, шторы, половик задерил 1%, ошейники, ватные диски. То есть люди серьезно готовились к охоте. Так, ну, видимо, здесь нужно будет пилить лючок. Вот здесь под сиденьем как раз мы будем провязать вот такой лючок. Сделали две дырочки. Наметили. Сейчас будем делать вот здесь рез. Дальше посмотрим. Мы будем делать это с помощью всем известного инструмента. Итак, процесс идет. Закрыли тряпкой, чтобы не летели искры сильно. И вот процесс вырезания идет. Снимать процесс не могу. Ну, вы сами видели, как болгарка работает. Потому что держать камеру некому, место тесно. Итак, продолжаем. Немножко приподнимаем. Видим уже насосную станцию. Все-таки сиденье пришлось снять. Здесь гайка на 18, здесь просто вытаскивается из этой штуки. Сначала меня пугало, что я должен снять весь диван, но сиденье все-таки мешало допилить до конца лючок. А сейчас мы нормально допилим. Так, руководствуясь главным принципом «не навреди», выпилили. Теперь мы выламываем. Теперь мы выламываем, отламываем, отламываем и освобождаем. Вуаля! Ну, пришлось нам немножко здесь вот еще повозиться. Еще немножко, чтобы уже с гарантией как бы выпилить, чтобы с гарантией вытаскивалось все. Ну вот и все, лючок готов. Расположение вы увидите. Всем вам легкого содержания вашего автомобиля. Прикладывайте руки и голову. Подписывайтесь на канал. Всем пока.